Биткоин и эфириум, какой следующий шаг? О, господи, давайте узнаем на графиках. Как вы знаете, биткоин сильно упал на этой неделе. И сейчас мы думаем, удержим ли мы вот эту поддержку. И отскочим как минимум до линии тренда. Вот здесь, наверху. Перед тем, как развернуться. Может быть, развернемся здесь, создадим W и взлетим. Поговорим об этом и о много чем еще в сегодняшнем эпизоде. Но также мы поговорим про слона в комнате. Если только вы не находитесь где-то под камнями или типа того, самая последняя драма у нас такая. Давайте покажу вам на экране. И это у нас криптофейс, который говорит, что я украл его индикатор. Но нет, я ничего не крал я рекламирую индикатор другого человека. И спасибо тебе за то, что делаешь этому человеку бесплатную рекламу. И да, знаете, этот индикатор точно один и тот же, что и у него. Потому что у него также есть индикаторы на покупку и на продажу. Прямо как вот здесь. Но нет, подождите-ка, это не так. Что ж, если хочешь упростить себе жизнь, причина, по которой он да, знаете, я не смотрел полностью видео, но я уверен, что он упомянул это. Про то, что мы встретились на Бали, и про то, что это была наша первая встреча и так далее. И... да... Буду с вами честен, я видел его индикатор. И я подумал, что с ним просто невозможно торговать. Он ужасен. И не только я так подумал, также подумал и Тон Вейс. И вот уже Тонвейс его доставал. И я это смотреть уже даже больше не мог. Мне пришлось уйти, когда Тонвейс сказал, «Слушай, давай вернемся во времени, выберем временной промежуток и посмотрим, как твой индикатор работает и как ты будешь на нем торговать». И он не мог этого сделать. И в итоге я просто не знал, а стоит ли мне там вообще находиться. Так что таким вот был мой опыт. Я подумал, что Тон Вейс слишком зол к нему. Не очень-то он снисходителен. И я всех потом спрашивал, думают ли они, что Тон Вейс немного противный. И некоторые соглашались. Но знаете, он был таким ко всем, в том числе ко мне. Но я очень хорошо умею держать себя в руках. Так что у всех были равные возможности. Ох, господи. В общем, да. Я не особо хочу продолжать об этом говорить. Я уже устал от этого. Знаете, каналы на Ютубе у меня существуют уже очень-очень давно. И я уже не раз делал ответные видео. Вот, например, Дон Хоральд говорил про то, что он злой, на то, что он говорит, что серебро это пузырь. И знаете что, на самом деле всем наплевать. В долгосроке, всем просто наплевать. Все эти видео десятилетней давности. Думаете, они хоть что-то значили для всех этих людей? Вообще ничего. Так зачем же мне сражаться с Криптофейс? Я уверен, что этот индикатор существенно отличается. Основная часть этого индикатора – это сигналы на покупку и на продажу, которых определенно нет у него. Конечно, оно не работает постоянно. Но и ни один индикатор не будет работать постоянно. А если у кого-то такой есть, то вам врут. Но да, этот индикатор показывает, где продать, а где купить. И это самое сложное, что может быть. Для любого человека, смотрящего на любой индикатор. И пытающегося торговать. Самый лучший вариант использования этого индикатора – это пойти на небольшие временные промежутки и перейти на свечи Хейки Наши. Таким образом, этих сигналов на покупку и на продажу у вас будет гораздо ниже, и они будут точнее. В общем, да, гораздо меньше сигналов на покупку и на продажу, чем если использовать стандартные свечи. В общем, да, это лучший способ, как можно их использовать. Есть, конечно, еще способы, как можно использовать этот индикатор, но об этом мы поговорим в других видео. В общем, да, таким способом стоит использовать этот индикатор. И знаете, что я думаю? Чем больше ты упрощаешь индикатор, тем больше денег он стоит. Просто подумайте об этом. Многие люди не знают, например, как использовать RSI. Вот вы знаете, как его использовать. Но я уверен, что многие люди не знают. И я уже объяснял вам, как пользоваться этим индикатором. Но для того, чтобы использовать его и применять в торговле, нужно использовать много чего еще. На один индикатор нельзя надеяться. Таким образом, вы точно потеряете. Нужно использовать несколько индикаторов, это также важно. Они также помогут вам узнать, стоит ли торговать. С этим же индикатором, чисто технически, вы можете использовать только его. Только сигналы на покупку и на продажу. И на этом все. Это спасет вам очень много времени. Вам не нужно будет много учиться. И нужно будет сидеть, смотреть на этот, на тот, на этот индикатор. И думать, может, купить. А вот этот показывает, что нужно продать. В общем, все это занимает огромное количество времени. Именно поэтому этот индикатор дороже. Окей, что ж, об этом сказал, давайте перейдем на четырехчасовой график и поговорим о том, что тут происходит на этом временном промежутке. На биткоине и на эфириуме. Итак, биткоин, кажется, дошел до самого дна. Но не удивляйтесь, если мы еще уйдем на ретест этих минимумов. Испугаем какое-то количество людей и уже затем отскочим. Как вы видите, мы сейчас находимся в зоне перепроданности. Индикаторы начинают разворачиваться наверх. Немного. Но как вы знаете, как биткоин, так и эфириум любят выкинуть самые последние лонги. А также тех, кто зашел слишком рано. И уже затем продолжить движение в восходящей траектории. Да опять же, нет никаких гарантий, но такое обычно бывает на биткоине. Во время таких дампов. Для начала он немного восстановится и затем упадет снова. Уйдет до этого уровня. Все же очевидно, что мы сейчас находимся в нисходящей спирали, так что не удивляйтесь, если мы продолжим идти в этой нисходящей спирали. Но есть и возможность того, что мы пробьемся через нее. Так что нет ничего невозможного. Просто на данный период времени это маловероятно. То, что мы создадим W и пробьемся через это и уйдем выше. Да, это грустно, но что есть, то есть. Конечно, всегда можно сказать, это биткоин, биткоин. И да, это биткоин. К сожалению, мы должны использовать теханализ максимально возможным способом и попытаться понять, куда же он направится. Но в конечном итоге отскок от этого уровня поддержки вполне нормален. Отскок от этой поддержки был вполне логичен. Все-таки это очень сильный уровень поддержки. Давайте вернемся назад и посмотрим. Да, относительно сильная поддержка. Как вы видите, до этого она была поддержкой несколько раз. Да и поддержкой также была несколько раз. Так что это вполне солидное сопротивление. И поддержка. Как видите, начинается она еще давным-давным-давно. Еще здесь. И служила она в качестве поддержки и сопротивления. В общем, да это очень-очень-очень важный уровень. Итак. Шансы на то, что мы просто пробьемся через нее, относительно низкие. Они есть, но они относительно низкие. Самый вероятный сценарий ⁇ то, что мы вернемся назад до этой линии тренда. Это как минимум. И, в принципе, это самый лучший вариант, который может быть. Но да, к сожалению, это самый лучший сценарий. Так что, возможно, мы даже до него не дойдем. Возможно, мы дойдем только до 38,2 от последнего разворота. Давайте как раз посмотрим, где это 38,2. Надеюсь, что он находится как раз на этой линии тренда. Так у вас, по крайней мере, появился бы достойный трейд. Да, делаю все немного медленно, но дайте мне буквально секунду. Перетаскиваем эту штуку вот сюда. Вот так. Итак, 38,2 у нас на уровне в 44 тысячи, по сути, на предыдущем уровне поддержки. Но теперь это, конечно, сопротивление. Было поддержкой, а сейчас сопротивление. Опять же, довольно грустно, что это так. То, что уровень в 38,2 у нас находится прямо тут, там, где у нас была предыдущая поддержка которая сейчас перейдет в сопротивление, если мы до нее вернемся. Вот такие дела. Дайте-ка передвину эту штуку немного подальше. Вот так. Да, около предыдущей поддержки как раз и находится уровень в 38.2. Так что не удивляйтесь, если мы сюда поднимемся. Походим здесь по сторонам и затем пробьемся вниз. Если пробьемся выше, то, скорее всего, просто дойдем до линии тренда. Вот такие дела. И, скорее всего, на этом уровне у нас как раз 61,8. И да, так и есть, это уровень в 47 тысяч. И это последняя ложная надежда о том, что биткоин пойдет наверх. Так что я бы на вашем месте выходил бы из ваших лонг-позиций. Если чувствуете, что сейчас самое время. Но держите в голове, что зайти обратно вам нужно будет уже на уровне в 53. И это будет довольно отстойно. Потому что вы пропустите этот гэп. Но что есть, то есть. Если вы возьмете на себя риск, вам нужно будет выставить правильные стоп-лоссы. И стоп-лосс должен будет находиться на уровне в 53. И если вы соберетесь здесь шортить, на уровне в 53 тысячи вам как раз таки надо будет уходить. Потому что эта штука может взорваться очень-очень быстро. И дойти до 60 тысяч, когда цена пробьется через 53 тысячи долларов. Так что вот на это нам стоит надеяться и молиться. Я же попытаюсь попробовать выставить трейд Святой Девы Марии и купить, скорее всего... Я бы даже начал с 61,8 в этот раз. Потому что мы на четырехчасовом графике, и, скорее всего, именно 61,8 наша ближайшая цель, а не 78,6. И кажется, мы уже на этом уровне, хотя даже получается немного ниже. Дайте как гляну немного на другом экране, потому что тот, который передо мной, немного тупит. И вот так. Мы почти что на 61,8. Можете добавить еще на 78,6 и стоп-лосс выставить уже на самом дне на уровне в 40 500 долларов. На всякий случай, потому что все вполне может развернуться не в вашу сторону. Выглядит все не очень хорошо, потому что мы на четырехчасовом графике, и здесь мы не можем пробиться через 13 EMA. И это не особо хорошо. Знаете, у нас может появиться прямой лифт в ад. Напрямую до 38 тысяч. Окей, что ж. Давайте продолжим и перейдем на эфириум. Да, на эфириуме все так же отвратительно. Мы пробились вниз под эту нисходящую линию тренда. Мы пробивались выше, отскакивали от нее, и сейчас опять залетели под нее. И сейчас мы скачем с другой стороны у этой нисходящей линии тренда. И это ужасно. Дайте-ка нарисую эту штуку немного по-другому. Так, вот это уберем. Вот так. И затем добавляем луч. И вот, как вы видите, мы пробились вниз. Теперь это ясно видно. И теперь мы не на той стороне нисходящей линии тренда. И это определенно не хороший знак. Это означает, что, скорее всего, мы можем дойти до дна в виде этой нисходящей линии тренда. А значит, что мы уйдем гораздо ниже. Причем быстро на эфириуме. Вполне возможно, что у нас будет сильный импульс, и мы пробьемся наверх на эфириуме на какое-то время, перед тем, как серьезно пробиться вниз. Но не удивляйтесь, если поднимемся мы только до уровня в 3387. Примерно. И уйдем вниз. В общем, не особо хорошо. Давайте глянем на доминацию. Надеюсь, хотя бы здесь есть какие-то хорошие новости. Что ж, у нас тут до сих пор сужающиеся полосы. И это отлично. Это означает, что мы все еще не выбрали направление, и то, что мы еще серьезно прорвемся в определенном направлении. К сожалению, если посмотреть на RSA, он у нас слишком растянут и приглашает нас на дно. Также здесь формируется дивергенция. И дивергенция это больная. И она подтверждена. Подтвержденная бычья дивергенция вот здесь. И это вообще нехорошо. Вообще никак. Мы подтвердили бычью дивергенцию. Что означает, что на альткоинах появится серьезный дамп. А доминация пойдет наверх. Это самый вероятный сценарий. Основываясь на RSI здесь. И давайте посмотрим, подтвердилось ли это также здесь уже на Магде. И нет, это не подтвердилось здесь. Хотя, возможно, да. Давайте посмотрим. Здесь и нет никаких подтверждений. Подтверждение у нас должно появиться где-то здесь. Так что... Это вполне себе позитивный знак, то, что подтверждение у нас не везде. Ох, что ж. Не особо и много мы можем сделать. Нужно просто ждать и смотреть, пробьется ли доминация обратно вниз. Ниже 13 емой. Все на самом деле выглядит не особо понятно. Мы, конечно, можем надеяться на то, что эта штука отскочит. От уровня в 42%. И затем мы увидим, как эта штука разворачивается вниз. Причем с большой сочной М. Вот здесь с другой стороны. И затем просто улетим вниз. Но в целом выглядит не особо хорошо. Я, правда, хочу увидеть отличный альткоин-сезон. Причем уже в феврале. Это вполне себе нормальное время для альткоин сезона. И мы можем получить немного биткоина с помощью стратегии маленькой пожилой леди. Если вы не знаете, что это за стратегия, можете перейти на сайт davincicodes.net slash videos, зарегистрироваться и посмотреть видео, которые представлены здесь. Для того, чтобы получить больше биткоина. Потому что совершенно не важно, что биткоин падает. Биткоин в любом случае будет на первом месте. Я пережил время... Когда биткоин стоил еще 1 доллар и начал его покупать еще на 67 центах. Я смотрел, как он растет до 32 долларов, и падает обратно до 2. После этого он оставался около 7 долларов в течение года. И я вообще не беспокоился. Насчет того, что сейчас на нем происходит. Я знал, что даже несмотря на то, что никто сейчас не знает ничего о биткоине он будет деньгами в будущем. Я был абсолютно уверен в этом. Я абсолютно уверен в этом сейчас. Ничего не сможет его остановить. Да, возможно, Федеральный резерв манипулирует ценой. Да и правительство тоже. Но это ничего не значит. Все это временно. Уже через 5-10 лет весь этот шум будет игнорироваться. И все, кто будет держать свой биткоин, что довольно сложно сделать, я знаю, потому что я через это проходил. Они получат свою награду. Так что будьте одним из этих людей. Спасибо за просмотр, и мы увидимся уже на следующей неделе. А может даже завтра. До скорого.